До пандемии каждое лето для славянской детворы проводились малые Олимпийские игры, где соревновались ребята, посещающие летние дворовые площадки. И вот спустя 2 года эта прекрасная традиция возобновлена. Творческие и спортивные состязания стартовали. В этом году в течение лета на территории города будут работать 8 дворовых площадок. Под руководством вожатых уже сформировались команды, которые прибыли в Северный парк, чтобы принять участие в торжественном открытии малых Олимпийских игр. Ребят поприветствовал глава города Александр Берсенев, пожелав им провести лето весело и с пользой, чтобы в сентябре с новыми силами начать учебный год. Сегодня правильно мы открываем с вами спартакиаду 2022, да? Как бы соревнования между дворовыми командами. Вот я понимаю, во дворе собрались самые такие надежные друзья, которые друг друга знают. Да? Я желаю вам провести это достойно, эту спартакиаду, отдохнуть, набраться здоровья. И, как говорится, снова в бой, в учебу. На торжественном открытии игр команда участницы познакомились друг с другом, представив свои визитные карточки. Наша команда! Наш девиз – ветер дует в паруса. Юность верит в чудеса. Первый день малых Олимпийских игр прошел очень весело и интересно. Ребята дружно участвовали в фестивале приключений и проходили квест из 8 станций с различными заданиями. Бросали на меткость кольца, составляли карты, угадывали названия мультфильмов, делали бумажные самолетики. Много веселились и танцевали. Впереди 3 теплых летних месяца. Организаторы летней кампании подготовили разнообразную программу, чтобы каникулы прошли весело и интересно. Ребят ждут веселые квесты, викторины, музыкальные конкурсы, где все желающие смогут проявить свои творческие, спортивные и организаторские таланты. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».